Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Давай-ка откроем с тобой бесплатно колоду. Ага, кто это у нас здесь? Рахзарчик. Окей. Мне интересно знать, где я сегодня буду находиться в лиге. Как низко меня там сбросили. Обязательно глянем, но вначале выполним с тобой все вот эти задания и начнем, наверное, с серии испытаний. Быстренько здесь пробежимся, а дальше пойдем на арену. После арены у нас будет испытание, так что все будет пучком. Так, поехали. Разбираемся вначале с Змейка Вьюна, потому что он здесь нам не нужен. Странно, Усаги даже не сделал никому двойной. А нет, у Майки, ну по-моему это его пассивка, так что Усаги здесь абсолютно ни при чем. Так, Змейка Вьюн делает массовую атаку. Блин, нам надо, наверное, подлечиться маленько, да? Потому что смотри-ка, что у нас тут происходит все. А мне не нравится такой расклад. Так, а лечить может, наверное, только Леонардо, потому что у Микеланджело вроде откат идет. Ладно, посмотрим. Но здесь 100% надо валить Крипа. Это в первую очередь. Наверное, возьмем... Нет, не буду я пока провокацию брать. Попробуем так с ними разобраться. Да ё-моё. Еще два хода на откат, чтобы подлечиться. Так, Лео, ты как там? Собираешься вообще ходить? А, у Леонардо тоже, оказывается, лечилочка на откате. Так, ну-ка давай-ка смерть с небес. Слабо ударил. Так, смотри. Граната. И сейчас, наверное, выпустит крыс. А, нет. Опасно, ребята, опасно. Мне дадут сегодня подлечить моих персонажей или нет? Я не хочу просто заканчивать раунд вот. Во, спасибо большое. Спасибо большое, наконец-то Лео хильнулся. Блин, Рахзар там получает постепенный урон. Ну все, ребят, мы выиграли здесь. Но сколько здоровья у него осталось, мне не нравится. Так дело не пойдет. Ладно, серию испытаний мы свой прошли. Теперь надо... А что теперь надо? У нас, кстати, всего лишь 4 телепорта. Всего лишь. Так, я могу же приобрести, да? Ага, 200... Подожди-ка, сколько у нас? 150, ладно, я приобрету. У меня просто нет выбора. И все это для того, чтобы выполнить вот эти вот, ребят, задания. Сразиться в боях. Но будем мы искать, конечно же, на Армагона. К тому же тут осталось совсем чуть-чуть. А точнее, два вот этих вот маяка. Ну-ка. Каменталика, это все не то. А здесь мутаген. Угу. Маяк. Маяк мы с тобой получили. Один. Нужен еще второй, и тогда вот. Все, ребят. Ну что, Армагон, давай прокачиваем тебе до 6-й ступени. Отлично. Ну что же, теперь, наверное, будем прокачивать ему броню. Что нам для этого нужно? 14 3D очков и 7 кошек. Ну давай попробуем пока найти кошек. Одна есть фигурочка. Да ладно. Ну кошка-то, ё-моё, она обычно ищется на изи. Но нет, мне не дают. Вот, ребят, вторая. Так, мы уже задание выполнили, закрываем. Закрываем, получаем свои награды. И поднять уровень персонажа. Угу. Сколько у нас мутагена? Давай посмотрим, 17 тысяч, ну 18, грубо говоря. А чтобы Армагона прокачать, нам нужно 19, да? На 80-й. Слушай, я, наверное, накоплю, сейчас тратить не будем, а потом уже вольемся. Так, осколки я, по-моему, все получил. Да, ну что же, давай глянем на турнир. Да, ребята, меня сбросили до Лиги Сёгунов, одна звезда, 71 ранг. Ну что же, будем опять прорываться сквозь врагов. И на этот раз я, наверное, возьму, давай Виктора. Возьмем Виктора, у нас с тобой 6 откатов, это классно. И будем пока юзать с тобой Леонардо. Для чего? Потому что нам нужно отыграть как можно больше наших персонажей, да? И начнем мы, наверное, с тобой 45 уровней. Я здесь больше чем уверен, мы сможем дойти далеко. Ну, по крайней мере, 6 своих откатов я точно потрачу. Потому что Леонардо будет их сейчас всех шинковать. Ты не веришь? А вот смотри. Хопа, понял? Вот так вот, и в то же время как бы мы проходим, и слабые персонажи у меня отыграны. Так что у нас как бы
двойное преимущество. Интересно, куда мы сейчас с тобой приземлимся? О, 38-я позиция, отлично. То есть мы сейчас быстренько с тобой заберемся в Лигу Сёгунов, да? Две звезды, а там уже и до трех звезд рукой подать. Ну что, кубки всех одинаковые, и слабый здесь, я так понимаю, это Давид. Так, Лео, давай. Ты пока не расслабляйся, ты нам здесь нужен. Раз, два, три, четыре. Слушай, я думаю, даже можно было бы и 40-е уровни взять, но у нас не хватит с тобой откатов, чтобы отыграть всех персонажей наших. Поэтому будем, наверное, все-таки придерживаться моей старой тактики. Она слабо работает, причем неплохо. И, надеюсь, сейчас нам дадут где-то позицию 15-ю или 17-ю. Что-то между этим. Ну-ка. 4-ю? Серьезно? Ничего себе. Вот я, ребят, не знаю, это непредсказуемо. Просто, как говорится, как игра захочет, туда тебя и забросит. Так, тихо, Рокзар, подожди. Не вздумай даже пока лезть сюда. Потому что мне нужно отыграть моих крохотулик, которые 50 уровня. Нет, можно, конечно, сейчас рискнуть взять 45-х. Тогда у меня не хватит главное, у меня не хватит Леонардо, чтобы отыграть остальных. Офигеть, у меня игра подвязана, да? То есть Леонардо у меня как топчик здесь. Ну что же, главное, что мы с тобой в Лиге Сёгунов 2 звезды. У нас 94-е место, и мы с тобой продолжаем битву титанов. Кубки одинаковые, берем с вами Манича. Так, Лео в откат. Раз, два, три, четыре. Сколько у нас еще? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ё-моё, еще боев целая куча. У меня не хватит, друзья мои, откатов. У меня три штуки осталось, а там как минимум на 5 боев еще. Ладушки. Ну, что сможем, то и сделаем. Так, сегодня надо еще определиться с испытанием, на какое мы пойдем. Либо на Дони, ой, точнее на... У нас же Микеланджело вроде бы, да, разыгрывается. Либо же идти на второе. Ладно, пока не будем забивать голову. Смотри, Игорь имеет 21 кубок. Это для меня очень хорошо. Уровень у него, я смотрю, максимальный. Это 60-й. В принципе, я думаю, ничего страшного в этом не будет, если мы с ним возьмем полтинников. Давай-ка разрулим ситуацию эту по-быренькому. По Шурику, так скажем. Так, Лео. Опа. Ребята, это косячок. Это косячок. Давай, Майки. А так, если... В плане? Что вы делаете-то? Братва, давай, валим, валим. Не пойму я, в чем проблема-то? У него нет никакой супер там защиты или еще что-нибудь, да? Он просто тупо стоит, как туша мясная. И его не пробить. Мои персонажи просто не могли его ничего сделать. Даже урона нанести. Зашибись. Так, ну что, 48-я позиция. Это уже радует, потому что мы сегодня с тобой попадем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Ну вот, до мастера вряд ли, конечно, получится добраться. И тут мы берем с тобой Николая. Видишь, как он радостный, веселый. Видимо, понимает, что Рэй будет с ним драться. И засветился парень, короче. Ну что, погнали. Так, здесь у нас ничего опять страшного нету. Мондагека, я думаю, не успеет ничего здесь сделать. Также и Рафаэль, и Ваня тоже. Вау, они все полегли. Просто, как говорится, штабелями упали. Ну, тогда мы с тобой двигаемся дальше. Да, сейчас все легко, потому что есть Леонардо. Но, по-моему, последний откат у нас с тобой остается. И, да, последний. И нам будет дальше уже не до шуток. Так, смотри, здесь уже опасно. Здесь есть кролики. Здесь есть Донателла. Короче, я хочу сказать, что здесь очень много массовых атак. А у меня полтинники. После этого я возьму Усаги, наверное, да? Нет, там придется брать Усаги вместе с кем-то. Может быть, даже с Зеком. Посмотрим сейчас, как все пойдет. Вот. Вот этого я и боюсь. Кому сейчас прилетит, а? Ну вот кому? Он же может сейчас... Ё-пэ-рэ-сэ-тэ. Это опасно. И смотри, главное, что у нас получается... И Рафаэль будет дальше сходить, и Донателло. Как думаешь, Бибопчик сможет пробить вот этим вот выстрелом? Давай проверим. Отлично, а вот с Дони что делать? Что нам делать с Дони?
север, Монтес, я надеюсь, ты меня не подведешь. Если ты сейчас промахнешься, то это будет крышка. Так, погоди, еще не все потеряно, получается. Есть контакт. Кролики, что же мне с вами сделать? Может быть, их замедлить? Давай замедлим. Вот так вот мы сделаем и добьем. Все, отлично. Блин, да, конечно, Ксевер Монтес мог бы упасть в любую секунду. Потому что если бы, например, ну, еще бы уровень или два был бы чуть повыше у нас кролик, да, он бы ушатал бы его. Ну, а так мы выжили и... Ё-моё, чуть-чуть не хватило. Ладно, не беда, у нас еще есть с тобой персонажи. И надо вот здесь, главное, не фейлиться. Так, берем с тобой, короче, Усаги. Возьму я сюда, наверное, Армагошу. Так, ну вот здесь вопрос в том, что стоит ли мне теперь вот этих брать, 52-х, 51-х. Может быть, сразу возьмем Ванюшу, Сплинтера и Нейтрализатора. Не хочу рисковать. Я знаю, что по инициативе мы здесь все равно будем пропускать. Усаги, конечно, может здесь хлопнуть. Но у них будет еще один ход для того, чтобы, так сказать, отдуплиться. Короче, большие риски, ребят. Большие риски, и поэтому Армагон-то у нас прокачанный, да? В плане вот этот вот валун у него до 6-й ступени. Еще, как сказать, один уровень, и он будет топчиком просто-напросто. Ладно, побед за нами. И вот теперь мы с тобой вернулись в Лигу Сёгунов. 80-е место. Поехали дальше. Здесь надо выбирать либо Гелана, либо Ютала. Ну, если смотреть по уровню персонажа, да, лучше, конечно, драться с Гелана, потому что он будет слабее, это явно. А вот кого нам взять, это уже второй вопрос. Слушай-ка, мы, наверное, возьмем с тобой Зека сюда и Змейка Вьюна. Нет, не Змейка Вьюна, а Железноголового. Тогда не будем, наверное... Подожди, или будем? Ладно, фиксим. Что-то я замешкался, я не знал, какого провокатора взять. Либо Железную Голову, либо Арахзара. Ну, надеюсь, я не ошибся в своем выборе. Так, тихо, сейчас будут ходить, обязательно. Промахнулся. Так, давай, Шархан. Опачки. Паукус, добей, пожалуйста, парочку хотя бы уложи. О, троечку он вальнул. Крик души от Карай-змея. Все, ребята, нормуль. Но опять же повторю, что здесь Зек очень большую роль сыграл, потому что он сразу повесил на них замедляшку. Ну и мы с тобой, естественно, взяли преимущество и тем самым способом разбомбили. 60-е место у нас с тобой, и мы продолжаем битву. Роб или Карла? Конечно, конечно, это будет, наверное, Роб. Ну что, Рафаэль, Донателло и... Так, возьмем, наверное, вот этих красавцев. Тут главное, чтобы Рафаэль взял на себя провокацию и чтобы Бакстер Стокман не успел пульнуть свою волну. Либо смертельную. Тихо, тут еще и Сплинтер. Во, вот что мне нужно было. Теперь уже Рафаэль будет раздавать всем плюшки, печенюшки. Тихо ты! Лезет сюда еще. Ну-ка, волна пошла. Три упало, эти у нас... заражены, и мы вот так вот. Опачки, все. По красоте, я что-то захотел быстренько сегодня попасть в Лигу Мастеров, хотя бы одна звезда. Вот почему-то мне хочется. Потому что мы идем с тобой великолепно. Вот поэтому и хочется, понимаешь? Смотри, 40-го места, 20 ступенек пролетели. То есть если мы еще с тобой два таких боя чудесных проведем, мы как раз там и окажемся. Но дело в том, что у меня... да, у меня закончились персонажи. Как бы это... не выглядело печально, я ничего здесь сделать не могу. Это получается, ребята, у нас последний бой с вами на арене. И, конечно, команда не супер-пупер тут крутая, будем честны. Рахзар, ну, предположим, да, провокацию возьмет. У нас очень мало с тобой именно дамагеров. Кто? Вообще не вижу никаких дамагеров у нас. Ну, вырубать нам нужно с тобой, блин, либо давай Дони, наверное, все-таки попробуем ушатать. Угу, ушатаешь. Если я сейчас потрачу все суперудары, блин, этот халабуда подлечит. Ведь согласись, поэтому не будем пока ничего тратить. Так, Рахзар, держись. Ну вот, об этом я тебе и говорил. Видишь, лечка пошла. Ну-ка, плевок ему в душу. Так, отлично.
Так, Бакстер, успокойся. Ну что, добьем, наверное, мы с тобой Донателло. Теперь будем брать... Слушай, а этот бомбочку может применить? Да фиг с ним, с этой бомбочкой, я думаю, переживем, да? Постепенно урон повесили. Воу, Рокзар, держись. Твою ж налево, его еще и оглушили. Да хорош уже его пинать-то. Слушай, давай-ка мы с тобой вот так сделаем. Не очень хорошо получилось. Я на другое, если честно, рассчитывал. Так, ладно, валим с тобой Бакстера. Рафаэль... Ой, массовая атака, тихо-тихо-тихо-тихо. Фу, все выжили, слава богу. Так, муха, лечи. А, у нас провокация закончилась. Ё-моё, что будем делать? Будем валить. Будем пытаться, ребята, их бомбануть. Так, отлично. Хильнемся, наверное, все-таки, да, с тобой? Нам главное, чтобы муху не ушатали. А этот еще и под уклонением. Ё-моё, попади теперь по нему еще. Чё там, на змейковьюна бычит? Ладно, ну-ка, сможешь заморозить? Чудесно просто. На тебе. Пробьешь? Нет, не вышло. Так, добиваем. И остался у нас Микеланджело оригинал. А вот это ты правильно делаешь. Молодец, мне нравится, что ты оставил иммунитет применять. Потому что мы тебя расписали. Друзья мои, ну как я вам говорил, это был у нас последний бой, довольно сложный. И теперь я хочу посмотреть, куда мы с тобой попадем. Я думаю, где-то 20-я будет позиция до Лиги Мастеров, как ты понимаешь, мы не добрались. Но приблизились. 19-я позиция. Так, следующее, что у нас по планам? А следующее у нас по планам, конечно же, ребята, испытание. Мания Майки, либо городская война тени на солнце. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь зарабатывается. Ага, сплинтер мне не нужен. Усаги. Точнее, какой усаги? Это шинигами. И Лапекс плюс Эйприл Кунаичи. То есть, три персонажа, да? А Мания Майки. Раз. Двас. Трис. Четырис. Слушай, я думаю, что стоит идти на Мания Майки, зарабатывать ДНК на Микеланджело. Да? Так, а кого мне дадут? Твою ж дивизию. Плохо дело. Мне дали Рокзара, мне дали Зека, Криса Брэдфорда, ну и остальное, короче, это Джастин и Мондагека. Да, жалко, далеко мы с тобой здесь не уйдем. Ты понимаешь, почему? Враг будет сильнее, чем я. Ну, давай хотя бы дойдем хоть до кого-нибудь из тех, кто мне нужен. Так, ну что, с этими крысами мы разберемся. Переходим с тобой на вторую волну. Так, а что я переживаю, ребята? У них тут какой? 12 уровень. Они, в принципе, будут на изи тут падать все. Без каких-либо проблем. Первые три волны это вообще, грубо говоря, разминка. Все. Ну что же, мы с тобой зарабатываем ДНК на майке. Следующий тоже будет ДНК на майке, только разные эти... черепашки, да? Микеланджело фильм. Поехали дальше, ребят. 25 уровень. А у нас какой предельный? 45, да? 45 допустимый. Ладно, давай также их всех с удара валить. Пробиваем. Эх, выходные кончаются, друзья мои. Завтра на работу, так что в ближайшее время, в ближайшие два дня видосики, наверное, не будут выпускаться. Ну, я думаю, что вам с головой хватит посмотреть и старого, потому что там... Кто-то, кстати, в комментарии говорит: Рэй, сделай перерыв, потому что мы не успеваем просмотреть твои видосики. Я не знаю, ребят, почему вы не успеваете? Вы еще не забывайте, что у меня на втором канале выходят видосики, да? Буквально сегодня выложил что? Ага, две серии «Одни из нас» второй части. И выложил Gears Tactics. Кстати, там был у нас бой с трупником, это босс. Блин, я с ним, по-моему, около часа или даже около полтора часов воевал. Жесткий, конечно, боссик. Но можно было бы, конечно, его пройти на изи, если бы это была бы у меня там, например, вторая попытка. А по первочку, конечно, я немножко был растерян. Так, ну что, 30 уровень у врагов. У нас с тобой еще запасик до 50 уровня. Так что две волны, я думаю, мы еще пройдем. Грибы опять эти паршивые, а? Так, давай-ка вот так сделаем, наверное. Бамс. Слушай, а у Джастина неплохой удар вот этот вот, да? Так сказать, газовая атака. Мне нравится. А если ему прокачать? Ух, будет великолепно. Так, ну что, давай, хобана.
Что-то они даже тут ничего не могут. Ну, 35 уровень, понятно. Пока до него дойдет очередь. Ой, Майки, для кого ты это сделал, танец? Кому? Для себя, если только. Так, ну что же, довольно неплохо, и мы с тобой, конечно же, продвигаемся дальше. Давай посмотрим, кто сейчас у нас будет. Так, Микеланджело ролевой. Кстати, подожди, я хочу посмотреть, а у нас Майки ролевой, он же тоже, по-моему, не прокачан, ведь так? Он не прокачан, вот он. О, ребята, тут осталось-то ему всего лишь 60... Сколько? 67 ДНК. Но его практически нигде не достать. Вот только на испытании. Он не выпадает. Поэтому он очень и очень долго у нас прокачивается. А так, на самом деле, неплохая черепашка. Снимает все дебафы, да, плюс массовую атаку имеет. То есть такой укомплектованный. Но по прокачке, конечно, очень-очень слабо он идет. Так, кто у нас тут? Макман, я смотрю, да, и также Мондагека. Ну-ка, давай-ка газовую атаку. Отлично. Да и бомбочку туда, в довесочек. Оп, все, лежат родные мои, отдыхают. Ну, а мы с тобой переходим на третью волну. Здесь мы возьмем с тобой, наверное, провокацию. И давай просто бомбить их всех. Тут абсолютно никакой тактики делать не надо. Просто кого видишь, того и бомбишь. Давай, хоп, ушатали. Это ты зря делаешь, Белочка. Так, ты тоже зря. О, активировались. Смотри на них. Так, давай-ка вот так сделаем. Плевок. Ага. Добивочный и добивочный. Все, ребят. Здесь тоже, как понимаешь, все легко. Мы получаем с тобой на Микеланджело ДНК, да, на ролевого. И двигаемся дальше. А кто у нас там будет следующим? Можно посмотреть? Классика. Классика тоже? Хорошо. Давай, поехали. Так, а уровень-то какой? Я что-то... Опс, уже 50. Ребята, короче, Мондагека в зоне риска. Потому что он 51 уровня. Кстати, Джастин тоже в зоне риска, потому что он 52-го. Не особо-то и оторвался. Тогда нам придется с тобой делать под защиту все. Не забывай, что в этой команде у меня нету хилов. Оу. Слушай, ну неплохо. Давай-ка вот так сделаем. Добьем у всех. Шикарно. Третья волна. Кожеголовый. Так, морозильную кошку надо вырубать сразу же. Вот так вот. Дальше кожеголовый. Блин, Рокзар 80 уровня и кожеголовый 55. Когти, я так понимаю, не особо наносят сильный дамаг. Они только хороши тем, что могут повесить постепенный урон. Опять же, не всегда. Так, погоди-ка. Возьмем с тобой провокацию. О, шокер. И не попал даже, да? Тараканы, успокойтесь, вы все равно по мне не попадете. Добиваем. Ага, какой добиваем? Нет, не получается. Давай-ка вот так массовую атаку сделаем. Слушай, в принципе, Джастина, если прокачать, да, по фулочке, он довольно хорош. У него тоже много массовых атак, и причем довольно неплохих. Но он, мне кажется, сам по себе такой ватненький. То есть его будут очень быстро разбирать. Ну что, ускоряшку мы сделали. Теперь давай бросаем бомбочку. Сразу двоечка посыпалась. Упал третий. Упал четвертый. И добиваем пятого. Все, ребят, по красоте. Следующий бой, если мы с собой рванем, нам придется убирать Джастина. И придется убирать нам Мондагека. А кто тут у нас будет? Майки оригинал. В принципе, я хочу получить его. Майки оригинал нам тоже пригодится. Но командочка у нас теперь состоит из трех. Будем именно ими играть. И, скорее всего, это будет у нас последний бой. Смотри-ка, что делает. Заблокировали даже. Ничего себе, таракашки, вы не припуклили. Естественно, долгие у нас с тобой получаются бои. Потому что вот именно идет разборка. Грибы. Блин, терпеть их не могу. Я уже, ребят, 300 раз повторяю, что эти грибы меня просто раздражают. Так, одного ушатали. Начинается, да? Так, сейчас еще этот сходит. Блин, они повесили... Оу! Заблокировали. Они повесили на себя уклонение. Сейчас будем мазать. Так, этот провокацию еще взял. Смотри, а. Ханыга, что делает? Да успокойся уже, грибок.
Блин, я не могу спецудары свои использовать. Так, один ушатали все-таки мы с тобой. Это какая? Это у нас вторая, по-моему, волна, да? Из четырех. Сейчас разберемся, не волнуйся. Так, и добиваем гриб. Отлично. Так, вот она, третья волна, оказывается. Ну-ка, давай бомбочку туда бросим. Что, замедляшка сработала, все хорошо. И будем просто уже бомбить. Минус тля. Пробьем, наверное, мы с тобой... Нет, железноголового. Упал. Так, шинигами убьем, нет? Понизили меткость. Она промахнется. Должна промахнуться. Нет, смотри-ка, саданула Криса-то. Да что ты, а? Ребят, смотри, что творят, а? Опа-на! А вот это, ребят, непорядок. Ты посмотри, у Криса Брэдфорда очень-очень мало здоровья. Нам придется, наверное, через провокацию здесь играть. Не знаю, хватит ли нам запала для следующей волны. Где здесь одни черепашки? А нет, тут еще и... Так, нам нужно с тобой кого валить? По идее, вот этого Микеланджело. Если он повесит свою уклоняшку, это будет плохо. Отлично. Так, дальше Майки Финн, потому что это доктор. Так, а все, ребята, у нас закончилась с вами провокация почему-то на Рокзаре. Че, на один ход всего действует? Быть такого не может. Такого быть не может. Добьем все-таки мы его. Так, дальше кто у нас? Оп-оп-оп, суператака и... На Зека. Так, давай бросим бомбочку сюда. Сможем, успеем, я не знаю. Да успокойся ты, а, белка мутированная. Так, кому-то сейчас не поздоровится, ребят. Да. Крису Брэдфорду не повезло. Буквально чуть-чуть мы с тобой не осилили, да? Если бы, например, по пару ударчиков и все. Если бы у Розара не прошла бы так быстро провокация, победа бы 100% была за нами. Я имею в виду на 3 звезды. А так, к сожалению, нет. Ладно, добили. В общем, делаем выводы, что это, наверное, был наш последний с вами бой на сегодня, да? Мы получаем с тобой ДНК на майке. Так, и последний бой 75 уровень. Не, туда я не пойду, ребят. Туда я не пойду. Ну, а следующее испытание, да, городская война тени на солнце, мы будем уже проходить с вами в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.